Доброе утро. Надеюсь, вы скучали. Я собираюсь на мероприятие, про которое вчера говорила. Серое платье мне так не нравится, оно такое скучное. Я все еще не знаю толком, что там будет на этом мероприятии. Посмотрим. Слушайте, ну что за деловая дама тут собралась? Такие сережки еще надела. Вот, я... Подождите. Упала застежка. Я думала, вот сегодня отменили пары. Я до этого мероприятия сейчас столько всего успею сделать. Как это обычно бывает, мне кажется, я вообще ничего не сделала за это время. Нет, ладно, я сделала многое, но не все. Ну ничего, вечером продолжим. Первый раз в этом году надела пальто. Теперь я точно деловая дама. Я даже ресницы накрасила. Я даже решила поехать на такси, а не на маршрутке, потому что там очень сильный ветер, и я бы еще не дойду. Ну и потому что я на автобусе, на маршрутке могу опоздать. И потому что автобусы не ходят, ходят только... Ладно, все, ходит оправдываться. Я просто хочу поехать на такси, возомнить себя деловой дамой. Ну, наконец-то. Пришло время просто быть перед камерой. Вы можете поприветствовать одну из лучших студентов. Да. Покажи самое главное, то, что ты должна показать. Ты знаешь, о чем? Нет. Вот это? Нет. Конфеты? Вот это? Ну, конечно. Что еще может быть? Скрытая реклама, ребята. Еда. Вообще, это приятно. Немножечко. Что еще мне подарили? Сейчас посмотрим. Что еще? Распаковка, анпекинг. Да, распаковка. Футболка, кстати, ничего. 46-го размера. Ну так вот. Ну, кстати, она достаточно прикольная, но носить я ее, конечно же, не буду. Мне подарили конфеты, на которые у меня аллергия. Переверни. 90 лет. Значок. Подожди. Вместо фокуса нет. Ну, это штучка для как? И еда. Еда. Открой, посмотри, что там. А, да. Медовое пирожное. А теперь мы пойдем гулять. Скажем привет, Даша. Моя любимая рубрика. Вика и я по плечу. Куда ты меня ведешь? Расскажи. Пойдем. Я покажу тебе, как правильно жить. Вау! Я с этим огроменным пакетом. Хорошо. О, какая красавица. Боже. А что началось-то, я не поняла. Ну ладно, не очень-то и хотелось. А это еще красиво. Я пролила кофе. Красиво, знаете почему красиво? Потому что это отель. Я люблю отели. Но там маленькие номера. И холодно, да? Я не помню, когда я последний раз так высоко была. Прям впечатляет. Я на высоте. Сегодня, да, сегодня я на высоте. И ты тоже. Даша говорит, пойдем, я сделаю тебе чаек. И достала из холодильника вот это. Кто-то сделал. Неприятность. Мы, конечно, не ищем легких путей, но не в этом случае. Прям пахнет соусом. Пахнет соусом, который вроде немного даже открыт. Сейчас мы увидим... Что там за зеленое чудовище, которое мы заказали? Кстати, да, там зеленый ролл, я никогда так не ела. Наверное, это хорошо. Опа! А это не они, опа! Блин, красиво выглядит. Ну, эти, я думаю, точно будут те, которые нам нужны позже. О, жвачка! Спасибо. Опа! Слушайте, это даже не шутка. Если я не ошибаюсь, это не зеленый цвет. Да. А мы точно зеленый заказали? Да. Может быть, оно к лучшему? Ладно, ребят, сворачиваемся. Там еще помидоры внутри, посмотрите, там еще помидоры. Ого, помидоры роллов бывают? Ну нет, так нет. Я, если честно, не сильно расстроилась.
У меня тут разрядился телефон до 1%. Я попросила Дашу вызвать мне такси до дома. Я доехала до дома, уже собиралась выходить. И тут таксист мне говорит: у вас тут оплата наличная. А наличных у меня нет, и поменять способ оплаты я не могу, потому что не с моего телефона вызвано такси. Я думаю, классно. Я спрашиваю, могу ли я оплатить карту, и он говорит: да, можете. Как я уже сказала, у меня остался 1%, телефон разряжается очень-очень быстро. Я думаю, зашибись, у меня есть где-то 20 секунд, чтобы выполнить этот перевод, пока телефон просто не выключился. Я вообще не представляла, что мне делать, если не успею, но я успела. И телефон выключился просто через секунду после того, как я выполнила этот перевод. Немножко стрессанула. Еще я очень долго... А почему у меня телефон теперь не включается? Еще я очень задержалась со своими гулянками. Я даже не могу время посмотреть, потому что единственные часы, которые... А, у меня есть ноутбук еще. Здравствуйте. А сейчас уже первый час, а мне нужно проверить домашнее задание на курсе. И я еще хотела помонтировать, и я еще сегодня не читала по-английски. Телефон не включается, вот это меня прям напрягает. Алло! Как минимум домашнее задание мне точно сегодня нужно проверить. Так что вперед. Number of claims received. If you have an eligible device, you can find more information and a couple of options for submitting your claim on. На статьи с такими названиями мои самые любимые. You may have to calibrate your ears the first couple of times, so listen to your kick. Угадайте, кто ложится спать в 3 часа ночи. Не буду ныть. Не буду жаловаться. Скажем спасибо за то, что вообще ложится. Как бы, да, кто вот учил меня смывать косметику? У меня весь глаз черный. Накрасила, блин, ресницы. Вы там фоловьте свои ресницы. Фоловьте свои ресницы. Не засиживайтесь до 3 часов ночи, а то вот такое происходит. Наслаждайтесь жизнью. До новых встреч!